все мое почтение. Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко. И вот сегодня 17 декабря 2021 года. Город Киев, Украина. Станция железнодорожная Святошин. И вот смотрите, вагоны БЧБ. Одна цистерна, вторая, третья. Вот, 4, 5, 6, 7... 8-9. 9 цистерн. Видите, БЧ. БЧ белорусская. Вот такие вот санкции, ребята. Куда оно едет, я не знаю. Не могу утверждать. Потому что часто через эту станцию едут вагоны и на Литву вместе с этими белорусскими. И РЖДшные, хрен его знает. Ну вот, видите, сегодня 17 декабря 2021 года. Вот такие вот дела. Сейчас посмотрим, что там дальше стоит. Это вот локомотив, видите, едет. Мазут вот, БЧ. Мазут, это мазут. Туда оно едет, я не знаю. Но, а вот еще, смотрите, даже просто грузовые вагоны. Вот, Могилев вагонзавод, БЧшные. Тоже что-то в нем, видите, в таких мешках. Вот, БЧ тоже. Где он приписан, не написан. Вот еще БЧ-шный такой-то товарняк столыпинский. Ну, это уже РЖД-шные вагончики. Вот вам, ребята, и санкции. Я вам всегда говорил и говорю, так сказать, проблемы индейцев шерифа не волнуют, мягко сказать. А, что прикольно вот в этом вагоне. Видите, РЖДшный, а тут вот Украина-производитель. Удивительно, обычно наоборот. Вот, БЧ-шные опять цистерны, бензин уже. Видите? Бензин. Тоже бензин. Вот, тоже бензин. Прикольно. Сейчас еще посмотрим вот и те вагоны. Что там? Вот это интересно. Крепление. Ну, это украинские. Украинские. Это все Украина. Сейчас туда дойдем, до конца платформы. Там еще цистерны. Ну, видите, Беларусь, Талии нету. Это 17 декабря 2021 года. Вот эти лесовозы у нас вот тут на станции первый раз вот это. Первый раз. В это время вот это я иду постоянно. Такого состава никогда не было. Сейчас посмотрим, туда дойдем. Там по-любе, а то БЧБшные. БЧ-вагоны.
Но вот это прикольно, эти лесовозы. Я их никогда не видел тут в таком количестве. Может быть, 1-2 и то меньше. Но это жестяк, конечно. Вот вам и санкции. Вот вам и забота о демократии. Не знаю, туда это, Украина это или... Я ж вам говорю, что поэтому через эту станцию обычно до, так сказать, санкционные эти времена и литовские вагоны вместе с БЧ и РЖД, туда они едут, не знаю. Но это вот станция Святошин, Киев. Вот, точно, БЧ. Они всегда такие вот. Но в таком количестве, это жесть, смотрите. Это жестят просто. Вот. Битум обычно я не видел, чтоб что-то было. Вот это вагоны, смотрите, это все БЧ. Ну вот это ВТБшный, посмотрим. Тоже БЧ, наверное. Да. Видите, вот вам санкции, ребятки. Я вам показываю, как есть. Я вам не какая-то там проевропейская еще какая-то оппозиция, которая приукрашивает. А вот вам реально то, что есть. Бензин, нефть. Бензин, нефть. Двинулся, он нам облегчил участь. Вот сейчас засниму эту табличку, если тут написано Святошин, чтобы... Вот, тут можно разобрать. Святошин. Видите? Вот вам санкции. Вот вам анти-лукашенковская коалиция. Пока проблемы не коснутся ни Литвы, ни Польши, ни Украины, то никто ничего делать не будет. Не знаю, куда эти вагоны движутся, но через Украину. Вот если бы с этих вагонов повыскакивали эти иранцы, сирийцы, было бы жестяк, конечно. Может быть, тогда прекратилось бы это все. А так, видите, возят. Сейчас пойдем туда же. До конца, все равно мне по пути. Так что вот такие вот, ребята, дела. Вам санкции. Столько вам санкций отсыпать. Посмотрим. Вам 2 мешочка санкций или 1,5 мешочка санкций. Видите, тоже и такой вагончик. И вот как сирота, вот это УЗ, одна цистерна это. О, видите, ЧФМ. Видите, я не знаю, что это за... Вот, видите, это точно евросоюзовские вагоны. Вот. Это
на Евросоюз прут. Это наш вагон украинский. Вот такие вот дела, ребята. Я вам показал, как есть. Пусть длинное видео, но все равно. До новых встреч.